Короче, опять мы. Маленький Витер, но... Короче, деду скучно, говорю, давай поехали опять. Короче, опять на остров. Дед заправился еще в прошлый раз. Мы такой круг делали вокруг островов, Клирвата. И даже четверть бака не потратил. Вот я говорю, ну что, надо опять. Ой, в путь. Лодочка, плыви. Сапоги на месте. Вот так живут люди богатые, вот у них такие огромные дома. Вообще и на пляже. У каждого своя лодка. Ты там так просто не посадишь на улице. Только в кабине. Включаешь кондиционер, вентилятор. А зимой можно классно позагорать. Дед волны наделал. Иду по ролю, и, блин, обижается, когда я его за руль ставлю и все. По переменку рулю. Попробую сегодня спимать барракуду. Короче, садю на бортик. По телефону говорю. Наши люди купаются. Но в основном, конечно, загорают себе в тенечку. Яхта вот заброшена.
заброшенная яхта, на мель кто-то посадил. И... Она же давненько тут. По цій трубі я орієнтуюся. Далеко-далеко, коли в морі, то цю трубу видно все одно. Саму останню. Часа два десь буде в одну сторону. І назад два часа. Даже больше, наверное, уже минут 40 выходим, наверное. Только вот заканчивается, вот побережье заканчивается. Нас повно накриє. Та внимание. Всегда так, коли рядом проходив. Це ще більш-менш, ми на великій скорості просто йдемо. І ми накриваємо другі маленькі волни. Я свої пісні старі включаю, 80-х, 70-х. П'ять уже. А починалось з 50. Ще не вийшло до сих пор. Вокруг мель, а тут дорожка така, що, ну, глибоко. Зараз включу. Путь, куди плить. Я собі присмотрів ще одну яхту, тобто, ну, одну із двох показував мені. Дві показував, якусь одну хоче купити. Ну, тема скучна. Ще більше.
Да, тут ветерок, конечно, на острове. Да, сюда только на лодках, яхтах, сюда, туры сюда, Инклюд остров. Назад плывем. Трубал уже на